Да, конечно, смог так халявно вообще слился, и вообще непонятно. Это все эти конченые лаги, слоумо, я не могу контролировать персонажа толком. То есть хочу сделать одно, он, блин, делает это через секунду позже или ранее, и уже комбо толком нельзя сделать. Ну, можно посмотреть, как он сейчас будет играть, это, я уверен, ничего толкового не покажет. Хотя, если у него не лагает, он может достаточно неплохо это показать. М-да. То есть из-за слоумо какому-то нубу сливаться, это печалька. Там апперкот, в принципе, должен был пройти у Сабзира. Сейчас X-Ray будет делать, нет? Хочет X-Ray сделать. Да, я же говорил. Ну это по-нубски. То есть он должен был конкретно словить его, а потом уже делать X-Ray, а не в тупую X-Ray. Я уверен, он даже после спина будет делать апперкот, а не продолжать комбу. То есть он перепрыгнул, бьет апперкот. Все ясно. И это, конечно, печалька. Хотя даже Саб-Зиро не очень хорошо играет. Ну, получше, конечно, его. Чё, выкинул или что? О, боже мой. Чувствую, весело сегодня будет. Опять слоумо, опять выкидывает. В позапрошлый раз, по-моему, более-менее нормально игралось. Так, ну продолжим, когда уже какая-то картинка появится. То, что вы будете смотреть. Ну так, картинка появилась, и, собственно, продолжаем. Сейчас этот парень, который за смолка будет играть, он же меня убил. Сейчас он опять за смолка будет тащить, показывать про игру нам. Телепорт. Нет, апперкот, телепорт, апперкот, телепорт. Ужас. Медведь на заднем фоне в горящей машине поехал. Зря мог еще раз создать комбушечку. Но он не шарит, как играть. Ну так, малейший комбо, да, знает. Везет просто. Кстати, если помните, этот Кирс Хэтч. Хач. Кирс Хач. Кирс Хэтч убил его.
когда я играл за Кибер Саб-Зира. Мэ-мэ, да, так? С пистолетом мэ-мэ. Ничего, сейчас мы возьмем кого-то там. Если еще лагать не будет, будет вообще идеально. Хотя я уже сомневаюсь в этом. Все-таки мне будет... А, нет. Смотрим, смотрим. Да, реванш. Реванш со смоуком. Сейчас я ему сделаю. Реванш. А прикиньте, убьет меня. Опозорит-то как. Pay your respects. There is a new king. Smoke. Ermac. Round one. Fight! We have a new king. Katana. Liu Kang. Round one.
fight. Pay your respects. Throne defended. Throne defended. Печалька. Как мне это нравится. Был царь горы и все. Теперь опять жди. Ну ладно, подождем. Давайте я продолжим, когда уже что-то на экране появится, какой-то бой. Так, ну что, продолжаем. Сейчас посмотрим, что тут. Я, в принципе, и так знаю, кто на что способен. Лол. Сейчас X-Ray будет делать. Я же говорил. Там еще, кстати, можно стрельнуть фаерболом. Или как она там у него называется, в общем. Огонь с рук пустить. После X-Ray. А, отличный X-Ray. Ничего себе. Ну. Это жесть. Ну. Сейчас Рейдена возьмем.
Throne, defend, defend. Столько лагает, что нельзя даже комбо сделать. Raiden, Raiden, sweet.